Так. Всем привет! На дворе 9 марта 2024 года. И мы едем за очередным мотоциклом. Мотик нам привезли из Тимашевска, Краснодарского края. Я сейчас еду забирать в Реутов, на МКАДе, грубо говоря, этот мотоцикл. Посмотрим, что нам досталось в этот раз, что нам удалось хапнуть. Вот такой вот в итоге мотоцикл нам привезли из Тимашевска. На учете он, конечно, в Алтае. Пробег 11 тысяч, Вож 300 РР. Состояние более-менее. Вот тут вот есть двигатель, какие-то части с глушителем. Вот, посмотрим, что нам еще в коробке прислали. Так, ну а теперь, ребятки, посмотрим, что нам наконец-то привезли из двигателя. Как заботливо упакованного. Движок относительно чистый был. Тогда так. Здесь мы видим двигатель, частично разобранный, цепь, вроде даже менять не надо, ГРМ, но это мы проверим. Такс. Поршень с задирами, видно было, масло голодали, кольца нормальные, обломлен кусок вот здесь поршня, вот он, поломанный здесь. Так, поршень поломала. Здесь вроде все нормально, ничего страшного. Шестеренки, стартера. Тут мы помоем. Крепление глушителя прикручено. Угу. Так, посмотрим, что в коробке. Начинаем разбирать коробку. Что послал нам Дедушка Мороз? Здесь у нас есть какие-то накладки, это нам пока не надо. Головка, сейчас мы ее рассмотрим, с цилиндром. Это пружина, непонятно происхождение. Крышка аккумулятора со статором. Непонятный набор болтов, который разбирал. Соответственно, вот она, крышка сцепления. Тоже пока сюда. Помпа с крышкой тоже отдельно. Так. Болты. Стягиваю еще головку. Мне понадобится патрубки, клапанная крышка. Уже сюда. Шестерня стартера, насколько я помню. Болты, наверное, крышки какой-то. Масляный фильтр с крышкой. Еще пак идет. Вот здесь патрубки. Так, еще куча болтов, движок сцепления, метки.
Ой-ой-ой, как все это собирать? Буцки. Я так понимаю, это болты. Стекление, походу. Еще одно. Что-то вроде этого. Еще какие-то болты. Да, много непонятных деталей. Какая-то цепи. Старты. Направляющий. Так, ладно. Масляный. Этот провод. Так, теперь нам надо их собрать, эти требы с обратно. Это будет так весело. Крышки пока можно сюда, коробку куда не нужны. Все не нужны. Так. Давайте на головку посмотрим. Движок пока в сторону, с ним все понятно, что с головкой. Ну вот так, да, выглядит масляное голодание. Причем я вам скажу, что я могу его собрать, и он будет ехать. Хотя нет, постели, не постели, а сами распредвалы съехались. Видите как? Вот они, им хана. Головка под замену, слава богу. Мы знаем, где ее взять. Это пойдет в алюминий. Что у нас здесь? Даже не скручен ничем. Вот даже направляющий выпал. Смотреть бы на цилиндр. Чё ты не снимаешь, сторонний? Опа. Так, головку в сторону. Да какой в сторону? В грязь, на землю его можно же скидывать. Пока что нам тут не нужна. Тут несколько лежит. Что касается цилиндра, то тоже под замену, тоже хана, тоже сдаем. Вот что, видите, куда эта пружина вот сошла. Да, вот. Все, ребятки, подписываемся на канал. Вот, и смотрим, как мы будем перебирать этот двигатель, ставить на мотоцикл, заводить и ездить. Это все в алюминии. Пойдет. Все, всем пока.